Ну, поднимаю, поднимаю, Ладно, ничего. немного накачался, давай бросай на пол ее. Да ну ё-моё! Джека, ты что, дурак, гирю на пол бросать, пол проломил, придурок! Ой, ты шутник, Эдисон! Ты шути так сильно, пожалуйста! Да ё-моё! Я тебе телепортироваться не могу! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под предыдущими сериями троллинга. И мы только благодаря вам снимаем эту серию, и у нас есть для вас маленький сюрприз. Да, ребята, мы с Жекой опять решили провести вот такой небольшой конкурс. Сегодня вечером мы добавим 100 случайных подписчиков к нам, друзья, ВКонтакте, поэтому... Как можно быстрее заходите по ссылочке в описании, добавляйте нас в друзья, чем быстрее перейдете, добавите, тем больше шансов будет то, что вы попадете к нам в друзья. И, ребята, не забывайте ставить лайк под эту серию, если хотите видеть серии троллинга хоть каждый день, все зависит только от вас, ребята. Да, и мы будем начинать. Женьдос, пошли. Да, да, я, в принципе, для тебя тут такую идею заготовил, Эдисон. Ой, мам. Ой, хорошая идея, хорошая. Ой, да, тебе понравится все, жди, жди. Ай-яй-яй, жду, жду. Ребята, новая серия троллинга, ура, 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 ура. Сейчас вам скажу, ставьте большущие пальцы вверх прямо сейчас на вот эту серию и пишите в комментариях, хотите ли вы больше троллинга. Мы с Жекой с удовольствием будем записывать его для вас. Поэтому, ребята, быстренько ставьте лайки и добавляйте нас, друзья, ВКонтакте. У меня есть уже небольшущая такая идейка, что можно построить в этой серии. Дайте-ка я сейчас соображу, реализую и потом вам покажу, что с этого выйдет. Что, ребята, в принципе, свой троллинг я закончил. В этой серии я действительно потроллю Жеку, потому что все мы знаем то, что Жека немного странный. И много людей к нему там придирается за того, то, что там... Короче, Жека гомосек, можно вот так сказать, да? И в этой серии мы, конечно, будем его именно троллить. Да, вот эту больную тему. В первую очередь, много людей и ему, и мне горит то, что фу, у вас пирсинги, бла-бла-бла, вы гомосеки. Вот из этого мы сегодня сделаем и шуточку. В первую очередь, Жеке нужно будет найти способ, чтобы пробраться вот сюда, внутрь. Ему нужно будет убить всех гопарей, потому что гопари любят всяких вот таких миленьких мальчиков, как Жека, да, как Жека. И с одного с этого гопаря выпадет рычаг. Жеке нужно будет найти какое-то оружие, чтобы пробраться сюда внутрь, убить всех гопарей, выбить рычаг и пробраться сюда внутрь. Он будет искать, вот сюда, сюда, сюда будет ходить. Когда он будет наступать на вот эти плиты, то ему будет даваться тошнота. И Жека будет тут вечно ходить в тошноте и ничего не видит. Если он подумает то, что вот тут есть оружие в этом сундуке, опа, перепрыгнет вот сюда и оп, упадет в яму. Даже если вот сюда перепрыгнет, опа, тут еще раз в яму упадет, потому что тут ничего не будет. Дальше. Если он пойдет вот сюда, на вот этот паркур, то, потому что там тоже есть сундук, да? Ой, я уже сам упал, да? Вот, допустим, прыгнет вот туда, тут нужно немного расчистить. Прыгнет вот сюда, прыгнет вот сюда. И если захочет допрыгнуть вот сюда, то тут упадет, потому что тут невидимый блок, и в этом сундуке также ничего не будет. На самом деле оружие будет вот тут, в этом сундуке. Но посмотрим, как он его найдет. Потом, когда он пойдет в эту пещеру, потому что тут будет написано «Важно», да? Вот. То, ну, знаете, что он тут найдет? Ничего, он увидит тут сундучок, и как только он пройдется по вот этим плитам, то его тпхнет вот туда высоко, 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 и он упадет, знаете куда? Вот сюда. Тут, конечно, была водичка, только она замерзла. Вот он упадет вот сюда, вот в такой небольшой дроппер, который будет вот тут. Не знаю, сможет ли он попасть сюда или нет. Но все же, после того, как он перебьет вот этих всех гопарей, он проберется сюда внутрь. Тут я его и заставлю пожаловаться, попросить, потому что тут будет пирсингист. И тот ножик, который он нашел, пригодится мне, потому что именно с этим ножиком я буду ему отрывать все его пирсинги. Сначала попрошу Жека, ты должен меня молить, чтоб я не отрывал тебе пирсинги. Жека будет, да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Но в конце концов я ничего ему не сделаю. Просто, ну ладно, Жека, ладно. Пирсинги это нормально, у меня тоже есть, так что все, расслабься. Никто тебя не будет троллить за пирсинги, да. Потом он пройдет вот в эту комнату, где мы дальше Жеке будем делать мужика. Все мы знаем то, что Жека часто играет роль девушки. Именно в папочке, да, там Женечка, Женечка, Женечка. Поэтому Жеку часто путают с девочками, поэтому... Сейчас мы выберем для Жеки новое имя. Я скажу, Жека, у тебя есть тут три выбора. Или Сережа,
или Вадик, или Ашот Амана, Ашот! Вот-вот, как-то так. Если он выберет Сережу, он пойдет вот сюда и провалится вниз. Вниз. Если он пойдет вот сюда к Вадику, он не сможет в первую очередь дойти вот сюда. Ну, сможет вот так, потихонечку. Ой-ой, вот сюда дойдет, и дальше уже не сможет, потому что, как видите, тут куча вентиляторов, которые даже мне не дают никак туда пройти. Дальше, если он откроет вот эту дверь, то тут выбежит еще один гопар. Я специально это сделал, потому что Жека любит изначально все открывать, проверять, а только потом проходить задание. Вот, гопар ему навстречу и выйдет, так же, как и тут. Тут он не сможет, конечно, упасть, потому что тут сразу это все будет заметно. Но это не сделано для того, чтобы он сюда упал. Знаете, для чего это сделано? Я его заставлю в первую очередь выбрать имя. А что там она? После того, как он его выберет, он зайдет вот сюда. Нажмет на вот этот сундучок. И это сундук-ловушка, который ты пэхнет его также высоко вот туда. И он приземлится вот сюда в водичку. Тут невидимые блоки, которые его провалят через пол. И вот тут-то он как раз сюда и шандарахнется. Вот для чего вот это сделано. Потом он выйдет на улицу. Тут будет Стефан и Ибрагим, которые его не будут бить. Я скажу, Жека, ты видишь Стефана и Ибрагима, а? Ты хочешь быть такими же гомосеками, как и они? Не надо, Жека, нельзя быть дрыщом. Нужно держать себя в форме. Поэтому, Жека, давай вали в качалку. Тут будет качалка. Он пойдет вот сюда. Зайдет. И тут будет нажимная плита, которая выключит ему гемот 2. Поставить ему гемот 0, чтобы он смог тут ломать блок. Я скажу, Жека, вот тут есть штанга, давай, поднимай, посмотрим, будем качать тебе мышцы. Он будет ломать, ну, не так, конечно, ломать, а будет ломать в гемоде 0, и он не сможет сломать вообще обсидиан. Я скажу, Жека, какой-то ты слабачок, давай мы хотя бы как-то по-другому потренируемся. Вот, возьми вот этот металлический веник, типа металлический, и давай, он возьмет его в руку и начнет поднимать вверх-вниз. Потом я скажу, ладно, Жека, ты уже немного накачался. И теперь бросай этот веник на пол. После того, как он бросит, я пишу команду, и под ним проваливается весь пол, и он падает туда вниз. Я скажу, Жека, аккуратней гирю на пол бросать, весь пол раскрошил. И, короче, Жека шандарахнется, и вот тут ему и будет вот такая крышка. Надеюсь, что будет весело, ждем, пока Жека достроит, и будем начинать, будем в этой серии Жеки делать настоящего мужика, да. Ну что, Эдисон, ты готов пройти мой троллинг? Ой, ну давай, я готов, давай, потопали. Вот в этот раз я действительно постарался. Так, только стоп, не так быстро, не открывай. Включай гемот 2, включай гемот 2, где я вот теперь с тобой. Гемот 2 включай. Ну? Ну, собственно, ладно. Давай, заходи быстрее. Давай. Жека, я что-то боюсь, что там такое вообще? Ну ты заходи. Проходи сразу вперед. Вот. На что это похоже, Эдисон? Скажи, на что это похоже? Только не двигайся, а то ты можешь упасть. Да. Ну, мне кажется, задница какого-то сумоиста в бикини. Да, это, собственно, твоя задница. Нет, вот. Это не моя. Это твоя задница, все мы знаем, что носишь стринги. Да, ладно. Все мы знаем. Хорошо. Я не спалю тебя, но... Ладно. Да. В общем-то, вот, ты... У тебя небольшие проблемы, ты воткнулся головой в землю. Вот. Тебя торчит только одна попа. В общем-то, твоя задача спасти себя и прыгнуть в попу. Твоя задача дойти до мозга и посмотреть, что же там не так-то. Что же он голову-то в землю сует. Ну давай, прыгайте. Твоя задача попасть в попу. Прям в попу. Извращуга кончен. Ладно, давай, да. Давай, ты сможешь. Ой, не получилось в попу попасть. Вот там дырочка, да. Да ты прыгай. Вот она дырочка, да. Нет, не хочу туда прыгать. Там. Да это твоя попа, чё? Это не моя попа. Я ж тут перед тобой, дебила кусок. Как это моя попа? Это твоя попа. Это твоя попа. Не-не-не. Это твоя попа. Это не моя попа. Ты находишься в своем теле, не переживай. Все хорошо. Собственно, Эдисон, ты попал в свою попу. И здесь, как ты можешь понять, здесь будут всякие разные какашечки и многие другие существа, которые не будут давать тебе пройти. Я буду спасти себя и дойти до мозга. Давай, удачи тебе. Ой, Жека, уйди. Эдисон, мне кажется, лучше тут просто бежать, а не ты вряд ли сможешь их убить. Беги, Эдисон! Беги! Помоги! Какашки немножко тупые, поэтому я думаю, ты справишься, Эдисон. У тебя все получится. Эдисон. Помогите, пожалуйста. Беги. Выпустите меня. Ой, кажется, это проходит следующее испытание, Эдисон, давай. Я почти получилось. Молодец.
Ну, в принципе, это было первое испытание, какашки они тупые, я тебе говорил. Ты попал... Подожди, не так быстро. В общем-то, Эдисон, ты попал в грудную клетку. Я хотел вначале построить прям грудную клетку, но тебе... Ты что так быстро ты попросишь? Я еще не успеваю ничего тебе рассказать. Ну ладно, давай рассказывай. Эдисон, ну тебя. В общем-то, ты должен допрыгнуть вот до сюда. Это небольшой паркур, ты должен допрыгнуть. Почему ты такой остроумный? Почему ты не прыгнул сюда? Как бы я прыгнул, я провалился. Но потом вспомнил... Я так же просто делал, знаешь? Да, не, знаешь, что прикол в том? Вот и подойди сюда. Ну не хочу. Надо подойти. Ну да. Я вниз туда, да, провалюсь? Да, да, это просто начало испытания. Ну ладно, ты... Ну ты пехай меня, я просто проверил. Не-не-не-не-не! Жека, я тебе поверил, давай ты пехай меня наверх. Ну ладно, ты сам сказал, подойди. Реально, Эдисон остроумный, да, я согласен. Я думал, что он попадется в эту ловушку, но нет. Так. Сейчас я телепортирую, давай. Ты понимаешь, я как бы туда провалился, но я вниз не провалился. Да, почему? Не знаю. Ну ладно, окей, давай. Проходи. Властелин косточком твоим. Ой. Все твое. Это что ты? Переживай. Это чтоб тебе было удобно. Да пошел ты в задницу! Жека, я такой мастер паркура, ты знаешь. Давай, у тебя получится, я в тебя верю. Нет. Давай, Эдисон, ты справишься. Ой, отпустите меня, пожалуйста, не хочу, я паркур в задницу, ваш паркур. Ой, Эдисон, тут очень простой паркур, я вообще не понимаю, что это не получается у тебя. Ага, очень простой. А вот один блок перепрыгнуть, это реально. Я тебе говорю, это возможно. Ну хорошо, ладно, я даже до тебя помогу. Давай. Паркурами конченными. Пошел сзади, не иди за мной. Не хочу с тобой видеться, все, пошел отсюда. Так. Я бы исчез, но нельзя. Так, ну в общем-то, Эдисон, осталось последнее испытание. Тебе нужно Да ты что ж ты так все быстро делаешь, дебил? Стоять! Эдисон, послушай. Понимаешь? Ну ладно. А тут это твои органы, ты их сейчас повредишь, понимаешь, ты будешь торопиться. Ну хорошо, я жду. Я внимательно слушаю, Евгений. Давай. В общем-то, ты находишься в своей глотке. Это твоя глотка. Вот, и тебе нужно пробраться в твой череп, чтобы там, собственно, найти мозг. Ну, собственно, да, дерзай. А зачем мне такой вопрос? Чё это за операция или что? Я чё-то логики просто не вижу. Это не операция, понимаешь, просто... Ну, я говорю, у тебя что-то непорядки с мозгами. Да. Ты же башкой уткнулся в землю. Ты должен посмотреть, что там не в порядке. Mm-hmm. Вот. Ясно. А тут что? Тут ничего нет? Не знаю. Это же что тут есть? Не знаю, Эдисон. Ой. Какой к черту ключ? О, где же ключ? Где же ключ? Эдисон, он в твоей глотке. Ты что глотаешь такие ключи? Нет у меня там никакого ключа, что ты. Есть. Выпустите меня, пожалуйста. Джек, какой ключ? Эдисон, ты должен найти ключ в своей глотке. Ай, ёханый баба. Ключик-то непростой, ключик-то золотой. Джек, а ты меня заколебал, ты в курсе? Уйди. Я тебе только что подсказку дал. Ну да ладно. Ой! Что, ты нашел код? Нет. Я не нашел. Не нашел код? Ну ладно. Какой нахрен код? А, да не нашел, да? Ну ладно, хорошо, ищи. Какой код, Жека? Я тебе даже помогу немножко. Вот так сделаю. Давай, я тебя... О, ты все-таки нашел код! Ай, Жека, Что ты, кажется, не успел, да, зайти? Нет, успел. Хотел бы, чтобы я не успел. Так, мозг. Так, собственно, Эдисон, добро пожаловать. Это твой череп, и в нем есть твой маленький... А почему у меня мозг во рту находится, вот? Почему у меня мозг во рту? Так, я неважно, это недоработка карты. В общем-то, смотри, какой... Жека, можешь тебе что-то попросить, пожалуйста? Ну, да. Можешь вот этот красный блок не ломать, на всякий случай? Не знаю, почему просто мне хочется, чтобы ты его не ломал никогда? Не, я просто хочу его немножечко сломать. Нет. Собственно, Эдисон, у тебя такой маленький мозг, что ты думаешь только о своем любимом друге. А, ты такой предсказуемый, Жека. Это фришка всех моих троликов, так что, собственно, кто-то украл у меня идею со Стефаном. А, нечестно, Жека, нечестно. А Стефан умер, ты воскресил. Стефан жив, со Стефаном все в порядке. Ладно, все, проваливай, ты враги проклятый, все. В общем, если мы поняли, что не так своим мозгом, ты просто думаешь только об Ибрагиме. Все понятно с тобой, все с тобой ясно. Ой, настроил, ладно. Пошли, Жека, ладно. Сейчас мы тебя будем воспитывать. Ой, ну хорошо, давай. Пока не входи, включай геймод 2. Геймод 2, хорошо, я включил геймод 2. Жека, у тебя будет вот такое испытание. А можно покушать? Нет, ходи голодным. Жека, вот такое испытание.
Все знают то, что ты смахиваешь на девочку, да? То, что ты такой немного, ну... Вообще-то это не так. Наглая ложь. Но многие люди говорят то, что у тебя там длинные волосы, челка. Ладно, ты ее уже отрезал, но все же челка. Потом пирсинг. Пирсинг. Пирсинг тоже не видно. Ой, кто заговорил, а у кого самого-то? Где, не видно. Пирсинг и дрыщ ты, короче. Ну, короче, не, ладно. Дрыщ ты, короче, ты, Жека, ты полубаба. Все это знают прекрасно. Ты даже Женечку играешь. Ты Женечку даже играешь в папочке, понимаешь? Ты полубаба. Будем тебя делать мужиком настоящим в этой серии. Пошли, Жека, пошли. Ой, а тебе хорошо знакомые гопари, да? Хорошо тебе знакомые гопари, Жека? Не, я их не очень ни разу в жизни не встречал. Да. Жека, тебе нужно пробраться вот туда внутрь. Ищи оружие, чтобы победить гопарей. Тут очень много сундучков. В каждом сундучке есть какая-то нужная тебе вещь. Поэтому давай, Жека, вперед. Тебе нужно пройти сюда внутрь. Я не знаю, конечно, что там. Ага, понятно. Тошнота. Тихо. Чё, ага, понятно. Я знал, что ты это перепрыгнешь, но и так попался. Ой. Так, ладно. Сейчас подожди, спаунпоинт поставлю, то я все время в жопу респавнюсь. Надеюсь, не в моей. В прямом смысле этого слова, Эдисон. Так, хорошо, ну здесь. Там ничего нет, я понял, а здесь. Опять тошнота. Так, написано важно. Важно, это очень важно, Жека. Важно то, что меня сейчас я ничего не понимаю, у меня все шатается. Так, где что-то. Там сундук, Жека, вот видишь, есть. А кнопочки что делать? Ну и вы, ё-моё! Жека, не все кнопочки телепортируют. Да почему ты даже нажимаешь на вот эти плиты, если там тошнота везде? Жека, тебе нужно пройти и открыть вот тот сундук. Не все кнопочки телепортируют. Все вранье. Да блин, опять! О, я жив! Жека, давай еще раз попробуешь. Да там невозможно, и он меня опять это обманывает. Ладно. Все телепортируют, ладно, я тебя пощажу, Жек. Я знал-то. Давай, паркурчик, давай, быстренько. Да я по-любому там тоже не... О, это что такое? Ой, ты сундук запалил. Это паркур, тут можно отбирать. Жека, этот сундук не надо открыть, тут тоже может что-то будет. Да там, как всегда, умру, я вангую. Как знаешь. Просто как... Ну я его открыл. Ну молодец. Так, а можно это? Я отказываюсь, я не хочу больше. Что мне делать? Так тут еще же один сундук был, я тебе подсказку даю. Только не умри, пожалуйста. Ножище, капец. А тут что? Ну понятно, да. А это что там такое? Понятно! Понятно! Зачем ты сюда прыгнул? У меня такое. Я думал, я этот сундук тоже еще не видел. Ты увидел с той пещеры. Ну да, я уже понял. Ну все, короче, я убью этих гопарей. Ага, понятно. Как мне их убивать? Просто их всех перебить нужно, чтобы войти внутрь. Они у меня по 3 хп, они не бьются еще к тому же. Как не бьются? Бьются. Я их не могу. Ну помнишь, у тебя такая же фигня была? Когда я не мог... Да, это баг какой-то. Ударить не мог. Давай, Жека, я помогу тебе. Давай. Бей, Жека, я тебе помогу. Первый раз троллить я тебе помогаю. Давай. Ой, реально, как через раз. Да, я говорю, у меня такая же фигня была, а ты не верил. Давай, еще вот этих, Жек. Давай, Давай, гопарь. Что, то есть я мог как рукой, да, загасить? Прикольно. О, там что-то выпало, Жек. Да, что-то, кажется, рычаг. Ура! Да твою мать, опять же мне на кнопку нажал. Ой. Жека. Я не хочу. Можно кто не пойдет? Я уже с гопарями побудил. Ну, Жека, иди сюда. Ты знаешь, похож на это. Жека, это пирсингист, садись на... Он похож на педофила немножко, можно где-нибудь садиться? Мне кажется, он похож на кого-то чувака с вот этих немецких фильмов, не? Да, я садись, Жека, садись. И умоляю, чтобы тебе сейчас не отрывали весь нос. Давай, садись сюда.
Давай, Жека, проси, чтобы тебе не отрывали весь нос, все уши, вот это все остальное. Давай, Жека, проси. Я просить не буду. Скажи, что ты хороший мальчик. Не, я не хороший мальчик, я плохой, я не вкусный. То есть, я не хочу стать жертвой персингиста, открой себе дверку. Персингиста. То есть тебя не удастся, да, переубедить? Будешь так педиком до конца жизни со своими пирсингами, да? Вы знаете, вот он сидит с пирсингом в брови, в ухе и говорит мне про пирсинг. То есть ты тоже не отрицаешь, что ты педик, да? Ты понимаешь, я выгляжу как настоящий мужик, у меня даже грубый голос, а ты баба просто проклятая. Стоп. Ему 21, мне 17, тут как бы возрастное. Ладно, будь баба. Но Жека, знаешь, что я подумал? Имя тебе нужно будет поменять, потому что Женя, типа Женечка, все путают, все просто в недоумении, баба ты или мужик, понимаешь? Поэтому сейчас мы тебе будем выбирать другое имя. Кстати, я не Женя, я Жека. Ты Женечка, давай, Женечка, Женечка, заходи тут. Жека, и ты не назовешь девочку, правильно? Ну, а зато я тебя могу Женечка назвать, Евгения. Ой, боже мой, ты тоже Женечка, это, как тебя назвать? Анют, никак. Так, короче, Жека, у тебя есть... Ты что, чуть не упал? Чуть не упал? Жека, у тебя тут есть три имя. Выбирай себе новое имя. Сережа, Вадик. Да твою мать, зачем я ее это открыл? Я это специально сделал, потому что я знал, что ты открываешь все двери. Потому что ты не можешь просто потерпеть. Короче, Жека, Сережа, Вадик или Ашотамана. Выбирай. Мне нравится Ашотамана, хочу Ашотамана. Да, ну ладно, давай. Да блин, я сейчас умру, я не хочу. Ну ёперный театр! Да почему ты не попал? Что ж такой кривой-то, Жека? Тебе попасть нужно водичку. Хорошо, я справлюсь. Давай. А я просто могу не двигаться, да? Да. Я так не играю! А ты думаешь, зачем там вот тут... Зачем тут вот эта дыра была? Ааа, вот. Вадик. Не, ну Вадик там меня сдует. Серёжа меня... Сережа мне больше нравится, можно Сережу? Как хочешь, можете. Не, подожди, я хочу открыть что-то эту дверь, мне интересно. Ладно! Знаете, у меня просто нет выбора, я куда не пойду, везде умру. Ну, вот ты Ашотамана будешь у нас, хорошо? Ашотамана Чернявский. Да, отлично. Давай, Жека. В финале твое испытание. Пирсинг, конечно, мне не удалось тебя вытащить. Будешь бабой до конца своих дней. Имя мы тебе хотя бы поменяли, да? Уже не Женечка, а настоящее мужское имя. А что там она будешь, да? Но... Не хочу туда. Не, Жека, они тебя не будут бить в этой серии. Я с ними договорился, они сказали то, что помогут мне с тебя мужика сделать. Жека. Жека, понимаешь, ты немного... У меня есть тесак! Она пошла. Жека, ты понимаешь, ты немного дрищевит, да? Тебе нужно подкачаться, набрать массу. Вот сейчас мы этим и займемся. Пошли, Жека, пошли. Качаться. Вот видишь, Жека, смотри. Вот видишь, это Стефан и Ибрагим. И Стефана бить, да? Не, вот это просто тебе пример. Они мирные. Ты же не хочешь быть такими, как они, педиками, не хочешь? Поэтому нужно стать настоящим мужиком. Давай, Жека, заходи, посмотри, что тут написано. Качалка. Да, вот заходи в качалочку, и давай. Ё-моё, дверь же не могу открыть, да их не заходится. Давай, ага. Жека. Вот видишь, тут у тебя включился геймод 0 или что? Да, вроде включился. Да. Жека, вот будем начинать качаться в этой серии. Вот поднимай вот эту гантель, вот эту гирю, вот эту, я не знаю, как это называется. Давай, будем качать тебя. Давай, поднимай. Как мне поднимать? Ну, пытайся, нажимай на нее, тыкай, поднимай как-то. Мы же тебя качаем. Да, то есть ты хочешь, чтобы я рукой ломал обсидиан, да? Вот так вот ты хочешь? Ты что, ее поднять не можешь? Нет. Ты настолько слабак, что не можешь вот это поднять, вот это все не можешь, да? Да я не понимаю, как ее поднять. Ладно, Жека, тогда не будем поднимать вот эту гирю, хорошо? Будем поднимать метлу, давай. Бери метлу. И не хочу, не буду. Да возьми метлу, Жека. Нет, не буду. Да возьми. У меня есть забор, я буду поднимать забор. Вот. Ладно. Поднимай забор, Жека. Давай качайся. Качаюсь. Ну, поподнимай чуть-чуть вверх-вниз. О, поднимаю, все, качаюсь. Ладно. Это железный, да, забор или какой? Да, деревянный. Деревянный. Возьми метлу, вот на секунду возьми метлу.
Нет, не хочу. Это железная метла. Это как гиря. Будешь ее тупо поднимать и все. Нет, я не хочу быть поломойкой. Давай, ладно. Вот, поднимай вверх и вниз. Да поднимай. Это железная, очень тяжелая метла. Ну, поднимаю, поднимаю. Ладно, чё? Немного накачался, давай бросай на пол ее. Жека, ты что, дурак, гирю на пол бросать, пол проломил, придурок. Ой, ты шутник, Эдисон. Ты руди так сильно, пожалуйста. Да ё-моё. Тебе телепортироваться не могу. Дай тебя телепортировать, да и хватит, где я? Помогите, я в блоках. Всё, хватит, я ещё умру. У меня небольшие проблемы. Эдисон, ты небольшие проблемы. Ладно, ладно, всё, пошли, хватит тебе на сегодня. Ой, а что, всё? Да. Ну ты пол, дебил, проломал. Я что-то не почувствовал, знаешь, так накачался, что аж пол проломил. Ой. Вот, мы попытались сделать из Жеки мужчину в этой серии. Не знаю, получилось, не получилось, да? В принципе, ребята, не забывайте то, что мы говорили в начале серии. Заходите на наши странички ВКонтакте. Ссылочки на них в описании. Добавляйте, чем быстрее добавите, тем больше шансов то, что попадете к нам, друзья. Даже не дос. Да, согласен, я на тему Мэдисона, и всем пока. Не, всем пока, про лайки. Ну ладно, ребят, ставьте лайки, всем пока, давайте, пока. Па-пока.